إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خلا الله Господу миров. Мир и благословение его пророку и посланнику Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Я свидетельствую, что никто не достоин поклонения, кроме единого Всевышнего Аллаха. И я свидетельствую, что Мухаммад, его раб и посланник. Я айюа ладзина аману таккуллаха хакка тукатих, ва ла тамутунна илля ва антум муслимун. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и не умирайте не иначе, как будучи мусульманами. Я айюха ан-насу таку раббакум, аллази халакакум мин нафси вахида, ва халака минха зауджаха, ва батха минхума риджалан катиран ва нисаа, ва таку Аллаха аллази тасаалуна бихи вал архам, инна Аллаха кана алейкум ракиба. О люди, бойтесь вашего Господа, который создал вас из единой души, а затем создал из этой души пару для нее же самой, и расселил множество мужчин и женщин. Бойтесь Аллаха, именем которого вы спрашиваете права друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Поистине, Аллах наблюдает за вами. Я айюха ладзина аману таккуллаха ва кулу каулан садида. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите правдивое слово. Если вы будете поступать так, то Аллах исправит ваши деяния, простит вам ваши грехи. Тот же, кто повиновался Аллаху и его посланнику, уже обрел великий успех. А затем, дорогие мусульмане, уважаемые единоверцы, мы с вами живем не в мусульманском обществе. Мы взаимодействуем с представителями всех религий и в то же время пытаемся сохранить собственную идентичность. При этом есть вопросы, на которые мы можем, при обсуждении которых мы можем уступить, либо же пойти навстречу. Такие вопросы, которые не касаются религии, нашей культуры, наших религиозных постулатов, наших отличительных черт. Но есть вопросы, которые, несмотря на то, что мы живем среди немусульман, мы не можем этими вопросами поступиться или же уступить. И таким вопросом является празднование праздников не мусульман, либо же неверующих. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды, когда прибыл в Медину, то увидел, что люди празднуют какие-то два праздника. Более того, это не были такие праздники в нашем понимании. Это были просто какие-то состязания, которые повторялись из года в год, которые люди любили, которые люди ожидали. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, прибыл к мусульманам и увидел, что мусульмане этим занимаются, этими праздниками. И он спросил, что это за праздники, что это за события, на что мусульмане ответили ему. Это два праздника, которые у нас остались с эпохи доисламской, со времен джахилии. После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: إن الله قد أبدى لكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. Что означает: поистине Всевышний Аллах заменил для вас эти праздники и вообще все праздники двумя лучшими праздниками, коими являются праздник разговения и праздник жертвоприношения, Ид аль-Фитр и Ид аль-Адха. Из этого ученые делают вывод, что праздники для мусульманина – это два праздника, о которых мы с вами упомянули. Также есть пятница, некий маленький праздник
если можно так назвать, который повторяется из недели в неделю. Но на общенародном уровне праздников у мусульман два. Что, в свою очередь, исключает празднование других праздников? Мы знаем с вами, что у немусульман сейчас идут праздники. Тоже Рождество, тот же Новый год. И мусульманам не разрешено участвовать в этих праздниках. Дарить подарки, принимать подарки, поздравлять словами. Это не значит, что мы должны быть суровы к неверующим без причины. Это не означает, что мы должны их унижать, либо же пытаться как-то задеть или унизить их чувства. Но в сердце мусульманин, в первую очередь в сердце, не должен быть согласен с этими праздниками. Сегодня мы не будем обсуждать предысторию каждого из этих праздников, потому что для этого не хватит и серии лекций. Но сегодня я бы хотел обратить наше с вами внимание на наш иман, на нашу веру, на нашу религию, что нам позволительно, а что нет. Всевышний Аллах в Коране сказал: «Аль-яума акмальту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радайту лакум аль-ислама дина». Что означает: «Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость и одобрил в качестве религии ислам». Это указывает на то, что ислам – полноценная, самодостаточная религия, в которую никто ничего не может добавить после смерти посланника Аллаха, салаватуллахи вассаляму алейхи, и не может ничего убавить. Также посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Мен ахдата фи амрина хада ма лейса минху, фахуа радд». Тот, кто внесет в это наше дело, то есть в ислам, то, что к нему не относится, то это будет отвергнуто. Дорогие мусульмане, более того, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, учил нас: «Мен ташаббаха би каумин фахуа минхум». Кто уподобился какому-то народу, то он будет из их числа. Это означает, что если мусульманин будет уподобляться в своей культуре, в своих праздниках, в своем внешнем виде другим людям, не мусульманам, то это может рано или поздно привести его к неверию. Всевышний Аллах в Коране сказал: «Сумма джаальнака аля шариати миналь амр». Затем мы наставили тебя на определенные законы, то есть законодательство, которое было ниспослано от нашего повеления. То есть мы тебе дали закон и наставили, чтобы ты следовал ему, о Мухаммад, и также научил свою общину, нас с вами в общем и каждого в отдельности, следовать этому закону. Так поэтому следуй этому закону и не следуй страстям тех людей, которые не знают. Всевышний Аллах назвал все другие законодательства следованием страстям. И Он назвал, что те люди, которые начинают придумывать что-то другое помимо ислама, они не знают. Также Аллах в Коране сказал, описывая верующих: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Что означает: они, истинные верующие, не свидетельствуют лживо, не дают лживых обещаний, клятв и не участвуют в лживых делах, плохих, которые не угодны Аллаху. А когда проходят мимо праздного, то есть мимо того, что не относится к религии Аллаха, либо же мимо того, что отвлекает от поминания Аллаха, либо же от того, в чем нет пользы ни для этой жизни, ни для следующей, то они проходят с достоинством. И толкователи этого аята, в частности, Муджахид, один из табиинов, и другие, более чем один, сказали, что когда речь идет о праздном, то подразумеваются праздники многобожников. Да, дорогие мусульмане, на самом деле эти праздники несут в себе больше, чем просто радость, как нам пытаются сейчас преподнести.
У этих праздников есть свои подтексты, контексты, предыстории. Омар, да будет довольным Аллах, говорил: «Я предостерегаю вас болтать на непонятных языках». То есть я предостерегаю вас подражать другим немусульманам в их словах, в их действиях, в их поступках, потом в жестах, потому что какие-то жесты и поступки могут нести в себе религиозный контекст. Вы можете сделать какие-то действия руками, словами, которые для неверующих означают что-то важное, религиозное. И тем самым вы будете подобны им. Поэтому Омар, да будет довольным Аллах, предостерегал нас следовать в словах и в действиях непонятных, особенно неверующим. Также он сказал: «И ходить к многобожникам во время их праздников». То есть я вас предостерегаю от этого. «И входить в их храмы, в их места, где они собираются в эти праздники, также предостерегаю. Ибо поистине на них нисходит гнев Аллаха». Субханаллах. Ни пророк, ни его сподвижники, ни табиины не праздновали свои дни рождения. Хотя пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был самым достойным человеком, чтобы справлять свой день рождения и сделать его праздником, который повторяется из года в год, но он этого не сделал. Ни Новый год, ни по мусульманскому летоисчислению, ни по христианскому летоисчислению никто из них не праздновал. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, учил нас: «Вы непременно будете следовать по пятам тех, которые жили до вас. Пять за пятью, локоть за локтем. Даже если они зайдут в нору ящерицы, вы последуете за ними». Это указывает на силу подражания и силу следования. И тогда сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили его: «О ком идет речь, о посланник Аллаха? Разве не о иудеях и христианах?» На что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «А о ком же еще?» То есть вы, о мусульмане, в какое-то время, когда станете слабыми, будете следовать им настолько, что они, даже если будут делать малейшее движение, одевать какую-то одежду, характерную для них, говорить какие-то слова, показывать какие-то жесты, вы будете следовать им. И в этих словах нету ничего хорошего. В этих словах есть порицание от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Отличие от немусульман, само собой, подразумевает не праздновать их праздники. А это касается тех аспектов, в первую очередь, которые касаются их религии. Ибн Аль-Кайм сказал: «Секрет в том, что подражание во внешних проявлениях прокладывает путь к согласию с ними в намерениях и делах. Шаг за шагом, сразу вы не станете неверующими. Но постепенно, если шайтан это растянет на годы, вы можете совершить что-то, что вас введет в неверие. Что-то, что может ваших детей ввести в неверие, ваших внуков. Поэтому оберегайте себя и свои семьи, обучайте их религии Аллаха. И особенно в такие моменты, когда мы живем среди немусульман, объясняйте им грань, объясняйте им разницу между исламом и верой, и между всем остальным, между праздниками мусульман и праздниками неверующих. Как бы ни нравилась нам эта атмосфера, атмосфера скидок, атмосфера подарков, атмосфера сладкой рекламы, но за этим стоят определенные убеждения. Это не просто так. Дорогие мусульмане, Аз-Захаби, один из ученых ислама, сказал: так как у христиан есть свои праздники, у иудеев есть свои праздники, то нам, мусульманам, непозволительно участвовать в этих праздниках иудеев и христиан. Так же, как нам непозволительно следовать их законодательству, то есть их религии, и также непозволительно молиться в сторону их кыблы. Мы молимся в сторону Кабы, они молятся в других направлениях. Что будет, если мусульманин будет молиться в их направлении? Примет ли Аллах такую молитву? Конечно же, нет. Что будет, если мусульманин будет следовать их законам, их религии? Примет ли Аллах
действия такого человека? Конечно же, нет. У нас есть свое самодостаточное, что не нуждается ни в дополнении, ни в убавлении. Однажды имам Ахмад ибн Ханбаль, рахимауллах, был приглашен на какое-то торжество мусульман. Когда он зашел к ним в дом, то увидел, что на одном из стульев стоит серебряный сосуд, серебряный кувшин, сосуд. Мы знаем, что в исламе использование золотой и серебряной посуды запрещено. И когда он это увидел, он даже не сел в это место. Более того, он ушел из этого места. И когда хозяин дома догнал его и спросил, в чем дело, имам? На что имам сказал? То, что было там, это мода огнепоклонников. И дважды повторил эти слова. Это мода огнепоклонников. Обратите внимание, как праведные наши мусульмане, первые мусульмане, ревностно относились к религии, в частности, к праздникам. И как сегодня мы относимся к ним с вами. Прошу Всевышнего Аллаха отдалить нас от всех зол и отдалить наше потомство, наших детей, наши семьи от всего самого плохого и укрепить нас на религии. Астагфируллаха ли ва лякум ва лисаириль муслимина валь муслимат мин кулли дамбин ва хатиа. Альхамду лиллахи вахда, вассалату вассаляму аля ман ла набия ба'да, амма ба'd. Дорогие мусульмане, не стоит считать, что празднование Нового года – это просто хорошее времяпровождение в компании, это просто подарки, это хлопушки, это елка и красивая мишура. На самом же деле это определенный религиозный обряд, определенная традиция и обычай. И празднование этого праздника в корне отличается от тех разовых событий, которые бывают в нашей жизни. Свадьба – праздновать можно и нужно. Рождение ребенка – праздновать можно и нужно. Завершение учебы – почему бы нет? Собраться с мусульманами, провести время, пригласить немусульман. Это разовые события, которые отличают праздники от обычных торжеств. В арабском языке слово «ид» – «ид» – праздник – образовано от слова «иада», то есть повторение. Повторение в каком-то месте, повторение в каком-то времени. Если из года в год то или иное событие отмечается, празднуется и, более того, обобщается, к нему все приглашаются, то в таком случае это называется с точки зрения шариата «идом» – праздником. И в таком случае у нас только два праздника. Праздник жертвоприношения и праздник разговения. Курбан-байрам, ураза-байрам. Два праздника. Все остальные праздники мусульмане не празднуют. В том числе и те, о которых мы говорили сегодня. Шейх аль-Ислам Таймия, рахималлах, говорил, «Уподобление неверным в каких-либо из их праздников означает, что человек довольствуется... что человек довольствуется их ложными убеждениями и обычаями. Все мы с вами знаем, особенно старшее поколение, что происходит на Новый год, какие действия, какие мерзости, что может быть за этой красивой мишурой. Оставим не мусульман. Они делают, что посчитают нужным, им отвечать за это перед Аллахом, но сами не участвуем в этом. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Валя таттабиу ахваа каумин кад даллю мин кабль». И не следуй, Мухаммад, и не следуйте вы, мусульмане, вы все вместе взятые, страстям тех людей, которые заблудились прежде. «Ва адаллю кафиран, ва даллю ан саваи ссабиль». И которые не просто заблудились, а которые сбили с прямого пути других и забыли верный путь. Не следуй этим людям. Но при этом следует подчеркнуть, что мы как мусульмане, мы как последователи посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, должны являться лучшим примером, как друг для друга, так и для неверующих. Поэтому это не разрешает нам, то, что мы не празднуем их праздники, относиться к ним несправедливо, относиться к ним жестоко или жесткостью, без причины, если нету какой-то экстренной ситуации,
то мы ко всем должны относиться с достоинством, со справедливостью и с терпением. Выводы, дорогие мусульмане. Первое. Мусульмане не нуждаются в уподоблении кому-то и чему-то, какой-то другой религии, каким-то другим людям, другим народам. Ислам – это самодостаточная религия от Всевышнего Аллаха, от Господа миров. Второе. Уподобление, как минимум, в их праздниках, в их обычаях, в их культуре, в их религии, будет как минимум грехом. И максимум может стать неверием. Все зависит от намерения, с которым делает этот поступок мусульманин. Третье. Запрет касается уподобления в их религии, но не касается использования каких-то средств, как мобильный телефон, как какая-то общепринятая одежда, как парфюмерия и так далее. То, что не указывает на вероисповедание того человека, который сделал ту или иную вещь. Поэтому запрет касается следования религиозным каким-то обычаям, которые есть у немусульман, но не использование достижения их, так скажем, средств. Четвертое. Мы должны брать только хорошее и разрешенное с точки зрения шариата у немусульман. И мы должны оставлять все плохое и запретное, вне всякого сомнения. Дорогие мусульмане, кто может быть более велик, чем Всевышний Аллах, который ниспослал нам Коран, который даровал своему посланнику Сунну? Кто может быть более велик, чем Всевышний Аллах? И Он лучше знает, в чем для нас добро, в чем для нас зло. И именно Он запретил нам праздновать эти праздники и заменил их двумя лучшими праздниками. Что может быть лучше, чем религия ислама? Религия совершенства, религия точности, религия милосердия, религия легкости, религия, которая приведет нас с изволения Аллаха в рай и отдалит от огня. И кто может быть более великий из людей, чем посланник Аллаха, салаватуллахи вассаляму алейхи? Лучший из людей, лучший из примеров. Именно он обратил наше с вами внимание на запретность празднования этих праздников. Я прошу Всевышнего Аллаха укрепить наш иман, укрепить наши стопы на религии ислам и укрепить наше следование сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и отдалить нас и наше потомство от всего запретного, как в этот период, так и после этого.